Жители дома 28, что по улице Ленинского комсомола, уже несколько лет мечтают о капитальном ремонте. Крыша, балконы, козырьки – все рушится. Улыбнется ли фортуна в нынешнем году и будет ли сделан ремонт, спрашивают жители этого дома. Сегодня Тамара Хромых возьмет в руки очередной номер газеты «Шахтер», чтобы удостовериться. Их дома в перечне опубликованных объектов на ремонт в 2011 году нет. И снова пойдет к чиновникам убедить в обратном. В четырехэтажном здании на улице Ленинского комсомола ни разу с момента постройки не проводили капитальный ремонт. Нашему дому 50 лет. Ремонт не делался ни одного раза. Крыша у нас не крылась. У нас течет крыша. И никто нам ничего не делает. Снимите наш козырек, он скоро упадет. Да. На голову кому-нибудь. Вот козырек. Настоящая угроза для жизни. Да. Раньше стояла металлическая арматура, а она упала. Сгнила. Остался козырек. И балконы, конечно. Все балконы, он в каком вершалом состоянии балконы. И опасно даже. Этот дом старый, проживают в нем почти одни пенсионеры, которые признаются, мечтают поменять жилье. Но в таком доме квартиру не продашь, а значит новую не купишь. Все, что сделали за последние несколько лет коммунальники, в подъездах поменяли оконные блоки. Но от этого становится не легче. Выходить на балконы жильцы по-прежнему боятся. Смотрю, балкон летит. Я был землетрясение, начала кричать, испугалась, конечно. А оказывается, это мой балкон обвалился. Ну, вызвала ЖКХ, они пришли, дали расписку не выходить, пока сделают балкон. Балконы укрепили арматурой. Казалось бы, все уже позади, но теперь жильцы дома говорят, что им страшно заходить в свои подъезды. Они боятся, что судьбу балконов повторят провода. Здесь они повсюду. Зная, что над головой находится что-то опасное, действительно жутковато. Обиднее, что прожив не один десяток лет в доме, своевременно оплачивая отчисления на капремонт и техобслуживание, а сегодня это почти 35 тысяч, жильцы остаются не у дел. Даже, казалось, на самый простой вопрос ответа приходится ждать годами. Хорошего ничего нет. Пожалуйста, дорожки снимите наши. Магазин мы, пенсионеры, даже и молодым. Скажите, куда пройти нам в магазин? Вот найдите нам тропу. Как выяснилось, не все так плохо. В первом ЖЭСе нам объяснили, хоть не капитальный, но ремонт будет. Проект, получается, он готовый, он на заключение. Что конкретно в проекте? Или металлоконструкции будет, или скрипичная кладка в средний балкон. То есть будет заменен вот обрамление уголка, штукатурка и все это вот как положено. То, что скатная кровля там с металлочерепицей, это тоже будет в этом году. Но как наши, я не могу утверждать, потому что это зависит от финансирования.